Джихадисты Исламского государства продолжают попытки приблизиться к Дамаску. В среду лагерь палестинских беженцев Ярмук почти полностью оказался под их контролем. Но уже в четверг палестинские бойцы и сирийские повстанцы отбили у боевиков Исламского государства большую часть лагеря. Захват Ярмука для исламистов чрезвычайно важен. Он находится всего в 8 километрах от сирийской столицы. До начала войны в Сирии в лагере беженцев Ярмук, по информации Франс-Пресс, жили 160 тысяч человек, а по данным агентства Рейтер – 500 тысяч. Летом 2013 года Ярмук оказался в осаде из-за боев между правительственными войсками и повстанцами. Беженцы остались без продовольствия и медикаментов. Распределение гуманитарной помощи неоднократно прерывалось из-за обстрела автоколонн боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра». Между тем, вооруженные отряды оппозиции, действующие в этом регионе Сирии, заявили о взятии под свой контроль КПП «Насыб». Ответственность за этот шаг взяла на себя группировка коалиции «Ястребов Юга». Она сообщила, что после боев с правительственными войсками захватила КПП на границе с Иорданией. Контрольно-пропускной пункт «Насыб» до сих пор оставался единственным официальным пунктом пропуска между Сирией и Иорданией, который находился под контролем Дамаска.